Краткий обзор 22 серии 2 сезона сериала «Реализация». В ней вы узнаете о том, как после того, как Марии в рамках ее легенды пришлось переспать с администратором закрытого клуба, она увольняется из группы. Через несколько минут после ее ухода из офиса двое бандитов расстреливают всех, кто был в тот момент в здании. Отдел красавца подключается к расследованию. В разработку попадают два сотрудника ЧОПа Бум, оказавшиеся на камерах наружного наблюдения. Появляется при этом версия, что к взрыву причастна Макарова, а чоповцы были ее подельниками. Марию везут на допрос, но чоповцы устраивают нападение на машину. В перестрелке Макарова ранит одного из бандитов и скрывается. При этом ее объявляют в розыск.